Люди рождаются в мире возможностей, но мы подвержены критике, осуждению и внушению. Появляется страх, который убивает мечты. Никогда не оглядывайся назад. Твое прошлое влияет на настоящее. Сожаление – враг будущего. Среди трудностей лежит возможность. Каждый шаг, каждое действие определяет, кто мы. Ты не должен оправдывать чьи-то ожидания. Создай себе цели, действуй, мечтай. И если обстоятельства, трудности пытаются сломить тебя, знай, ты на правильном пути. Я выбрал для себя никогда не сдаваться.